Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. И всем привет, друзья! С вами я, Инкассатор. И сегодня я буду раздавать промокод, а также буду отдавать приз за старый промокод и будет проверка новой сотни промокодов. А перед просмотром данного видеоролика попросил бы всех подписаться, поставить лайк и, конечно же, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. В общем, переходим у нас к раздаче прошлого промокода. И вот мы на том самом сайтике. Заходим у нас в данный видеоролик. Видим здесь промокодик у нас с прошлого видеоролика. Загружаем данные и смотрим, что же у нас там. Правильный промокод у нас был PROM13INCA. PROM13INCA. Кто у нас это ввел, тот, конечно же, все получит. И кто подписан. А мы, конечно же, выбираем случайный комментарий. Погнали. Так, PROM-FF Patrick, это был старый. Это неправильный ответ на прошлом видео. Будем идти дальше. Так, спасибо. Ого, промик 13-инка. Впервые участвую, была не была. Так, смотрим. И, к сожалению, подписки не открыты, или же человек не подписан на меня. Не работает. Конечно, все работает. Промо FF Патрик, это неправильный. Неправильный. Это тоже неправильный. Кстати, промокод, который... Нужно вписывать в сегодня, у нас будет в самом ролике. Так что смотрите ролик до конца, не пропуская никаких моментов. Так, Thrasher 0007. Каналы. И здесь тоже ничего нет, подписки не открыты, но промокод был правильный. Так. Подписан PROM-FF Патрик, снова не то. Ох, ё-моё, сколько людей проводили что-то рандомное. В прошлом что-то ролики прям что-то все тупанули. Там явно все показывалось, там были люди, которые правильно били. Потому что те, кто ролик не посмотрели, они били неправильно. Так, тоже не то. Ого, сколько интересно листать будем. Это капец. У меня впервые такое. О, Инкассатор, сколько ты аниме посмотрел, блин. Пропустил. Ладно, сколько я посмотрел? Да штук 15. Уважение Тикашу, слушай. FF Патрик, нет, не тот. О, это мой коммент. Нифига, я что мог сам написать, сам себя выиграть? Не. Промо FF Патрик, не-не-не. Да неправильно, боже. Это капец, сколько, уже третья минута пошла. А мы не находим человека, который даже правильно все вел. Вот это да. Вот это да. Промо FF Патрик. Промо FF Патрик. Что ж это такое? Вот это фокус. Можно промокод. Конечно. FF13 Патрик. Нет. Вкладка эмоций. В игре там на склад. Что-то склад. Нет! Мы можем найти этого человека? Я запомнил его. Просто как-то. Ох, йо. Это не он? Сейчас я, короче, в галерею зайду, чекну, что там был за человек. А, нет, я же его так не найду. Ладно,
Продолжаем выбирать случайные. Это капец, пролет был. Просто мискликнул. А, чел, сори. Такой позор, в общем. Ну, ладно, что поделаешь. Промо FF Патрик. Это не тот, на которого мы заходили только что? Ладно, он не подписан. Идем дальше. А, стоп, это и неправильный промо FF Патрик. Они меня уже все запутали. Я уже запутался, какой думать. Чё все неправильно пишут? А здесь, да, гений написал. Чел гениальный. Каждый видео лайку, хорош. Это какой-то экстремизм. Полнейший экстремизм. О! Трэшер 007. Уже был. Уже был, но не подписан. Ну что ж это такое? Что ж это такое? Капец. Чисто подписался, написал ID с промокодом, посмотрев ролик, найдя его в ролике, и все. Ух, ё. Промо FF13 Патрик. Уже попадался. О, промик 13 инка. Айкош. Наконец-то! Мы нашли человека, который на меня подписан. И который... Который ввел промокод. Наконец-то. Копируем. И сейчас переходим в Garena Shop. Итак, попадаем на сайт Garena. Вводим ID-шник того скопированного игрока. Нажимаем вставить. Войти. Киви. 100 алмазов. Вводим рандомную почту. И переходим у нас в донат. Как задоню, продолжу запись. Итак, как вы видите, я задонатил, возвращаемся в магазин и видим то, что у нас человеку Айкош. Айкош, я забыл, кстати, проверить до этого, но ладно, это не принципиально. Вот он, человек Айкош, вот они, 100 алмазов у нас, вот он человек. Но, в общем-то, переходим к проверке новой сотни промокодов. Так. Вот он у нас сайт вводов промокода. А вот они все промокоды, которые нужно проверить. И в общем-то мы и начинаем с самого первого. Как бы не было логично. Что? Тут сайт изменили? Прикиньте, сайт изменили. Тут нету 4 ввода. Я добился того, что сайт изменили. Вот эти проверим сейчас. ТПР. Сайт изменили. Бог. Проверяю на ошибки чисто. Не знаю, как это сработало, но... Но... Сайт починили. Я добился своего, в общем. Ну ладно. Не знаю, каким образом, но... Я удивлен. Сайт необычный поменен тем, то, что... Здесь все удобнее стало. Я удивлен, я крайне удивлен. До этого было, в общем, там, типа, вводить. Надо было 4 подряд цифры, а тут теперь сплошная строчка. Тут, типа, все подряд, бери да вводи. Капец, это полнейшее вообще нововведение. Мне кое-что, кстати, хочется проверить. Ема. Теперь могут быть промокоды побольше и посложнее, возможно, когда-то в далеком будущем. Не только из 12 символов. Мы перешли, конечно же, на второй десяток. Но что хочу сказать. Я удивлен, Garena, вы растете. Я вас не зря тут проверяю. Каждый раз вот ваш сайт мучился. А сейчас что? А сейчас правильно? Я удивлен. Вот что.
Кстати, какой-то рандомный подписчик получает у нас персонажа. Персонажа, потому что я задонатил. Он сразу получает у нас новенькое пополнение. Вот такая вот тема. Необычно, правда, удивлен тоже. В общем, что еще? Идем дальше. Че? Сейчас вышло, получается, новое пополнение, на него мы закинули. Следующее пополнение выйдет, на него тоже там закинем. Человек просто получает у нас, то есть, и 100 алмазов, и персонажи, стоимость которого 600, это вообще пушка. Надо будет, кстати, и себе потом как-нибудь на персонажа закинуть. Я вот забыл про него. А то не будет. А потом что? А потом, наверное, надо будет его бесплатно получать с помощью события. Ух ты. Верните мне. Отлично. В общем, что, сайт, конечно, классно то, что улучшили, они продвигаются, кажется. Куда-то налоги да уходят. Я как понимаю, это вроде бы даже только чисто русский сайт, потому что в зарубежном регионе там все чуть-чуть по-другому совсем. Либо это чисто русский, но переведенный на английский, либо это всемирный. Не знаю, не понимаю, не разбираюсь, как у них это работает. То ли это, а может это всемирный, не знаю. Короче, тема не понятна. Но это, в принципе, не сильно важно. Мы идем у нас дальше. Заканчиваю первые 30-очки. Не удивляйся, что я зеваю, потому что видео записывается под ночь, а вы его видите, скорее всего, утром или же днем. Вот так вот. Но я думаю, это не сильно страшно. Уже гляните, там все суперно будет. Уже все оформлено. Я удивлен. Промокоды вставляются абсолютно правильно. Без единой ошибки и помарки. Неважно, каким способом я их ставлю. Они все правильно у меня сотворятся. В общем, эта тема очень крутая. Мы прошли почти 4 десятых всего пути. 2 пятых. Жестко. Идем дальше. Так. Что еще хочу сказать? Скоро, возможно, будет видосик необычный. Кое-что. Пару идей. Но пока еще точно не могу назвать, потому что не до конца додумал все. Но буду думать. Буду думать. Так. В общем. Промокоды пока не попадаются рабочие. Вообще. Это мы идем дальше. Ох-ох-ох, издеваю. Извиняюсь, конечно же. Если этот звук кому-то не нравится, звук издевания. Может, кто-то утром, пока смотрит с просонья, тоже зевнул со мной. Все возможно. Так. Наверное, этот ролик ближе к 11 или где? Нет, не знаю, по сколько. Да, если в Казахстане время раньше или позже начнем относительно России. Ладно, думаю, не сильно принципиально важно. Выложу плюс-минус к... Наверное, во сколько вы увидите. Либо в 11, либо в 12, наверное, ролик. Ну и вот. Вот так вот. Ух, я перекопировал. Мы дошли до половины примерно. Что-то лишнее, да. Все, отлично, удалил. Тут что-то лишнее вставилось. В общем, идем дальше. Копируем, вставляем. Ничего не пропускаем. Наверное, ролик немного подзатянется, потому что я, знаете, что заметил?
Вот я не понимаю людей. Ну смотрят же меня, почему они не подписаны тогда? Промокод правильный вводят. Ну точнее неправильный. А те, кто правильно ввели, что они не подписаны, могли выиграть. Капец. Так и живем. Такая вот тема. Крайне удивлен всей этой суматохой. Ух, ё. Так. Мы идем у нас дальше. Идем дальше. Практикуемся, тренируемся, создаем, эволюционируем. Мелации. Воу, тем, кто смотрит этот ролик, всем привет. Иносопритейшн, или как там, вот эта зарубежная штука. Все время, когда, кстати, такие видосы большие снимаю, все время думаю. Я камеру, я звук включил, потому что хочется звука, чтобы такое оставалось. Ого, промокод какой попался, иксов много. Из этого. Да-да-да. Так. Чё, чё еще? В принципе. Я думаю, что Free Fire как-то должно продвигаться. Что-то должно быть новое. Конечно, понятно, они вот коллаборацию с BTS сделали, сделают. Все дела, тополя. Но этого, мне кажется, чего-то не хватает. Что-то новенькое в игре. Интересное. Но вроде такого не появляется. Что-то прям сверх необычное. Вот добавили, например, сегодня рулетку вот эту со всякими, не знаю, странностями, непонятными там этими какими, непонятные наборы, которые я бы мог выбить, но что-то как-то оно того не стоило. Там вот страшное самое, это то, что падают повторки, это самое страшное. Может быть в жизни. Представьте, чисто 300 алмазов влетело на набор, который у тебя был. Вообще не кайф. Поэтому боязливо такого крутить. Было бы 100%, забери за 300 алмазов. Я такой, да, окей. Забираю эльфика. Но не. Это не то, не мое. Пусть. Да, он интересно, смешную песню находил. Я будто кролик. Открываю холодильник, как Геннадий Гудин. Делаю бумажки. Ты боты. Это что-то такое. Очень смешно. Мне понравилось. Вакцинируемся. Free Fire. Так. В общем, что еще? Вы, кстати, найти футаж. Футаж. Не лобби, а этого. Ну ладно, найду, чего надо. Было бы классно. Найти то, что надо. Но я думаю, я найду. Ух. Еще что? Что сказать-то? То, что все, кто смотрит до этого момента, молодцы. Потому что они неплохо держатся и уже скоро будет промокод. Не пропускайте. Осталось совсем чуть-чуть. И я покажу. Реально рабочий должен же быть. И он, конечно же, будет. Идем у нас.
проверять дальше. Я думаю, что еще на данную тему сказать. Ну, все круто, все классно. Но проверять каждый раз сотню промахотов, знаете, как иногда, ну, не скучно. Ну, тема даже разговоров болтать с вами заканчивается, не знаю, что вам интересно рассказать. Вот, например, сегодня Вортексу звонил, чтобы Браво Старс заносить в будущем. Такая тема. Хочется Браво Старс заносить. Я там пропускал, покупаю, так кубков у меня не так много. Ну как? Ну, скоро 40 тысяч, возможно. Те, кто играют, разбираются, понимают, там, всю тему. Не топ мира, конечно, но пойдет. Ладно. В общем, мы, конечно же, не отстаем по Free Fire. Играем. Играем, проверяем, создаем. Понимаем. Так. Что у нас? Копируем, вставляем. Так сказать. Копируем. Это у нас 98. Это у нас 99. И, конечно же, знаете, что я сейчас скажу? Догадайтесь. Как же сложно. Последний промокод рабочий. Ну, этот промокод вы выводите себе в комментарии вместе со своим ID. Главное будет подписанным, открытые подписки. И тогда получается от меня алмазы. Как человек, получивший в данном видеоролике алмазы абсолютно случайно, также вы можете получить алмазы. Ну и в общем-то, переходим у нас в игру. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Инкассатор. Всем удачи и до новых встреч. Ну а кто досмотрел до данного видеоролика, конечно же, уже нашли промокод. И, конечно же, поставить лайк и подпишется. И на этом видеоролик заканчивается. Всем пока. Никто не знает,